Юлия Липницкая, Россия. Танец для тебя или же для вас, в зависимости от того, как вы это воспринимаете. Бейонсе будет звучать под сводами Пантер Арены, что в Милоке, и Юлия Липницкая представит нам свой показательный номер. Ну как вам? Мне кажется, очень идет этот образ Юлии Липницкой. Хорошеют и хорошеют день ото дня наши юные фигуристки из угловатых подростков, превращаясь в прекрасных молодых девушек. Второй этап у Липницкой запланирован на Францию, в Бордо. 13, 14, 15 ноября состоится этот этап Гран-при, и там соперниками у Юлии будут Елизавета Туктамышева, опять же Грейси Голд, снова Харука Имаи и многие-многие другие. Что же касается Элизабет Турсенбаевой, то она уже на следующей неделе будет выступать на Skate Canada.